54%? Вы серьезно? Я ролик начинаю как Влад А4, потому что 54% людей, которые смотрят этот ролик, не подписаны на канал. В общем, подпишитесь по-братски. Серьезно. Скоро на 2 миллиона. Чем быстрее вы будете подписываться, тем лучше. Ну а мы полетели. Ну и не забудь нажать на колокольчик, как только подпишешься. А сейчас будет вопрос-ответ. Это, наверное, последний ролик в этом офисе. Из-за того, что начался карантин, пандемия по всему миру, бизнес-центр, где мы находились, сказал: будете в офисе, будете платить за то, что вы нарушаете закон. Поэтому сейчас мы забрали все, что у нас тут было, и больше здесь не можем находиться. И огромный шанс того, что мы больше сюда не вернемся после карантина. Потому что арендодатели хотят продление аренды по полной ставке. Ну, как мне кажется, это бред. Поэтому все наши планы, которые я сейчас фоткаю, чтобы не забыть, что я хотел месяц назад. Здесь я не был уже месяц. Все эти кнопки, все эти лампочки, все эти кресла. Господи, кресла. Все эти столы, которые сломался из-за того, что мы с крыши упали. Это телевизор, корм для собаки, который мы не нашли еще. Очень много чего я забуду на долгое время. Но этот ролик не про это. Это ролик про то, что мы будем делать, пока есть карантин. Погнали. Какие режимы в дальнейшем будут на Сабершоке? На этот вопрос я отвечу во время того, как я подключаю автомат и поиграю в него последний раз в этом офисе. В общем, почему эта идея шикарна? Сейчас вы увидите эту сторис. Короче, у меня есть гениальная идея. Смотрите, если Valve делают эмулятор клатчей, там, допустим, лучших игроков или лучших моментов за всю историю существования CS. То есть взял там один из про-игроков какой-то клатч там на одном из чемпов. Они его моделируют, воспроизводят и кидают тебя стать героем этого клатча. Понимаете? Это гениально! Уловили мысль? То есть заходишь играть, помимо боя насмерть, помимо соревновательной, появилась вкладка клатчи. Выбираешь клатч, любой крутой клатч, вообще там, я не знаю. Да, мне кажется, то, что вот это именно не хватало в CSGO. То есть это такая гениальная идея. В плане реализации сложноватая, мы начнем ее делать через 2 недели. Я думаю, что месяц займет эта разработка. Если есть челики, которые хотят помочь, то пишите. Ну а так у нас есть человек, но ему поддержка нужна будет, я думаю, в любом случае. То есть вы реально можете стать героем того момента, к примеру, с Симплом, вы сможете отыгрывать как он и добиться максимальной точности. Мне кажется, это будет в спросе. Моя ставка то, что это будет к июню месяцу. Момент, где Симпл сделал минус 5, ты попадаешь на сервер, нет, против про игроков, ты попадаешь на сервер, играя за Симпла, и боты будут двигаться так же, как про игроки. Классно? Блин, очень круто. Типа оттренировать скилл прям. Да, да, да. Сколько денег ты потратил на продвижение Сабершока? Все деньги, которые я уже потратил, а я трачу, к сожалению, свои деньги. Ну, хотя, почему к сожалению? Зато нет кредитов и так далее. Но ушло уже как минимум 6. Но я это все делаю, понятно, делаю пока в минус, но я думаю, что это все оправдается, если этим заниматься. А я в этот проект верю и живу просто им каждый день. У меня день — это Сабершок, это Twitch и YouTube. То есть у меня других пока что мыслей и вот каких-то забот у меня просто нет. И я почему-то верю, что мы добьемся плюса, потому что как мы делаем проект, я еще не знаю, кто делает. Каждый момент мы контролируем и читаем каждый отзыв. Именно таким путем можно добиться чего-то. Планируешь ли ты менять тематику канала, например, снимать другие игры или больше? А насчет других игр, как раз вот сейчас вышел Valorant, и я написал пост ВКонтакте о том, что я не буду ее снимать и стримить. Но это мне нелогично этим заниматься. У меня проекты по CSGO, у меня канал по CSGO, стримы по CSGO, у меня все держится на CSGO. И снимать другую игру, ну это как минимум глупо. Поэтому не буду создавать лишнюю конкуренцию. Кто хочет, он уйдет из CSGO. Но я никому в этом не буду помогать. Поэтому нет, Valorant я пока что не буду трогать. Мое мнение по этой игре, если кому интересно, мне не нравится. Мультяшная игра, которая повторит успех Апекса, ну и соберет аудиторию, как у Фортнайта. То есть это мой вердикт. Возможно, я максимально не прав, и эта игра просто убьет CSGO, и онлайн будет около 2 миллионов, но нет, я в это пока не верю. Если что-то изменится, то будем адаптироваться, но я не хочу в это вкладываться. Вопрос про Сабершок. Будут ли сервера с 64-м секретом? Зачем? Не играй, дружище, пожалуйста. Забудь про матчмейкинг. Что будет с видео, если карантин продолжится? Вот у нас сейчас хотелось сниматься интервью с Сиздом. Ну, Сизд — это игрок Нави бывший. И человек, который пытается пробиться в киберспорт. Очень много неудач было в последнее время. И у нас есть много вопросов. Но из-за того, что карантин, я не могу эти вопросы ему задать. Ну, а так, следующее интервью, как было с Хоббитом, оно будет с Сиздом. Не было мысли вернуться стримить на YouTube. Я провел трансляцию недавно на YouTube. Меня смотрело 9500 человек. 9500 — это
огромная разница по сравнению с Твичом. Реклама Сабишока идеальная, реклама нравится спонсорам. Люди смотрят на кейсы, потому что на Ютубе я привык делать именно открытие кейсов, контракт и так далее. Так, насчет Ютуба. Я думаю, что можно сейчас проанонсировать новый стрим. Смотрите, сейчас 8 апреля. Давайте 11 апреля я проведу трансляцию на Ютубе, где я потрачу 30 тысяч рублей на открытие кейсов, ну а также какой-либо контракт. Записывайте 11 апреля в 19:00. У нас стрим на этом YouTube. Так что жду тебя. Мы еще там разыграем. Ну, давайте, $100 разыграю скинами. Так что все классно. Зачем вы добавили ХВХ? Да, это не шутка, мы добавили на Сабишок ХВХ. Это читер против читеров. Есть причина, почему это сделали. Опять же, смекалисты поняли с самого начала, зачем мы это сделали. Ну а так я об этом расскажу в отдельном ролике чуть позже. Но идея просто идеальная. Ну и плюс все об этом говорят. Так что идея уже точно хорошая. Забыл про Жигалор? Спрашивает Савельев. Нет, не забыл. Вот он. Ой. Многие подписчики даже не в курсе, что она существует. Я ее снимал полгода назад, и она собрала очень мало просмотров. Поэтому надо собраться с мыслями, собраться в действиях и сделать ее полноценно. В ней не хватает дисков. То есть, если присмотреться, они в говне. Ну и тут запаска. Также тут не хватает какого-либо спойлера. Можно заколхозить и сделать огромное, как было на Азимове. Ваша сфотка Азимова. Блин, тут даже люди есть, которые не видели этот БМВ Азимов. И моя самая грубая ошибка в жизни, это то, что я его продал. Это грубая ошибка, я никогда ее не продам. Ну а насчет этой машины, то я не буду ее, понятное дело, продавать. Но я ее разыграю на 2 миллиона подписчиков. То есть каким-то образом я найду человека, который ее заберет. Посмотрим, что из этого получится. На 2 миллиона подписчиков. Не забудьте это, пожалуйста. Я просто забуду. Вообще была у меня такая идея поставить эту машину в клуб свой. Так, в центре, внимание. Но клуб я сейчас не буду делать, я не могу этим заниматься. Она все еще открывается. Еле-еле как. Но она идеальная, правда. Мы когда ее сейчас увидели с Петей, ну просто поняли, что она просто шикарная. Оцените подсказки, сколько вы ставите этой машинке. Я бы пятерку поставил. Не, я бы четверку поставил, потому что не хватает некоторых параметров. Погнали эту машину, пацаны. Я здоров. Добрый день. Почему так редко входят ролики? Кстати, все эти вопросы читаю с Инстаграма, поэтому подписывайтесь. Потому что мы чуть-чуть повысили уровень этих роликов. Но из-за того, что карантин, мы снимать не можем на улице. Поэтому сейчас я хочу сделать ежедневник, выпускать ролики каждый день по CSGO. Я хочу апнуть 10-й левел фейсет, наконец-то. И можно сделать ежедневник, как это его апаю, показывать влог, совмещать влог, мой день, как я проснулся, как что я покушал, катаю и засыпаю, то есть ежедневник, чтобы вы бы жили со мной каждый день, пока карантин грёбаный. Как вам такая идея? Проголосуйте, пожалуйста, это очень важно. Все эти опросы, это очень важно. Я жду ваших мнений. Я читаю все ваши отзывы, если они конструктивные, осмысленные и так далее. Следующий вопрос. Сразу ли ты хорошо стрелял в CSGO или же учился? Понятное дело, тренировался, учился, но из-за того, что я не знал, где тренироваться, вот в этом прикол этого Сабишока. Раньше не было площадки, где играть. Были сервера, где забиты сервера были, играть невозможно. Нужно было платить 300 рублей, чтобы был бы у тебя резервный слот. Сейчас я даю возможность тренироваться Сильверу. Я сейчас даю тренироваться Глобалу. Я даю тренироваться про игроку у нас. То есть мы создали то, чего не было. Раньше была проблема. Я 1500 каток сыграл в матчмейкинге, и где-то на 1000 катке я понял, что вот так надо стрелять. То есть десматчи, ретейки, это такая легкая книжка. Ты просто ее прочитаешь, ее выучишь, вызубришь, и все будет шикарно. Поэтому просто тренируйся. Не пиши комментарий, Эрик, как стать лучше. Просто заходишь на Сабишок, чекаешь все режимы, те, которые нравятся, там играешь, и все. Я не стану говорить про Сабишок, потому что этим проектом я реально горжусь. И буду всеми способами его продвигать, тем более у меня такая аудитория огромная. Я, ну, глупо не рассказывать про него так часто. Ну, а сейчас поедем домой, поставим кнопки, поставлю PlayStation и продолжим там. Сейчас я уже в квартире, где я стримлю в последнее время. Кстати, стримы получаются очень часто. За апрель я постримил все дни, кроме двух. Вот это аналитика. В общем, я жду тебя на Твиче. Если что, там нас уже смотрят по 1000 человек. Розыгрыши, катки, которые попадают скоро на канал. То есть там предпоказ всего контента, который снимается в CSGO. Ссылка на Твиче есть в описании, ну а также на экране. Серьезно, сейчас карантин. Надеюсь, что ты будешь меня смотреть. Так, ну а что у нас дальше? Вы спросите, что это такое? Еще один компьютер, зачем тебе еще один? Я проснулся, зачем меня разбудил курьер и говорит, тебе посылка из Нурсултана. И оказывается... Не, я думал, что это не от него, я думал, это какой-то спонсор. Нет, он одумался и прислал компьютер. Я все равно не могу это простить. У меня останется грусть, обида и предательство со стороны Нурсултана. Кстати, интересно то, что за 2 дня до доставки я ему написал, у вас переписка на экране.
И вот она приходит. Такое чувство было, что он как будто даже не знал, что он отправил компьютер по переписке. Надеюсь, это хоть он отправил. Серьезно, а не родители. Ну, окей, в любом случае он прислал компьютер. Мы его включили, он не включился. В общем, да, возможно, мы его неправильно включали. Но в любом случае он прислал, и я думаю, что это уже хорошо. Так что он чуть-чуть сбавил свою вину. Ну и кнопки, кстати, приехали. Нужно сейчас их поставить вот сюда. Ну а сейчас я покажу вам мое рабочее место. Вот как оно выглядит. Мне оно очень нравится. Очень комфортно стримить. Здесь штатив стоит с камерой, здесь свет. И просто все, просто вах. Очень приятно стримить. Я забыл в офисе. Я потерял штуку в офисе. И дается возможность пользоваться этой мышкой без провода. В итоге я сейчас поставлю черную Logitech, потому что просто потерял эту флешку. Ну, по сути, я ответил на все вопросы, которые вы задавали в Инстаграме. В Инстаграме я часто делаю сторисы, где спрашиваю вас. Поэтому следующий ролик будет сниматься именно так. Ну а сейчас я думаю, что можно продолжать работу над Сабишоком и играть в CSGO. Ну а это конец ролика. Вот так вот. Спасибо большое, кто смотрел. Не забудь подписаться. В начале ролика был байт. Надеюсь, ты попался на него. Фух, спасибо за просмотр. Twitch и Instagram есть в описании. Всем пока. Следующий ролик будет, не знаю когда, наверное, через 2 дня. Вау.